Сегодня бар «Крузенштерн» отправился в последний в этом году учебный рейс. На борту парусника пройдут практику 120 курсантов. Многие из них выйдут в море впервые. «Крузенштерн» держит курс на немецкий порт Росток. Там экипаж парусника проведет 4 дня, после чего отправится обратно домой. Следующий выход в море состоится только к концу года. Судно отправится в кругосветку. Напутствовал будущих капитанов руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Какова она, морская жизнь, узнала София Беренева. Утро на барке «Крузенштерн» начинается с торжественного построения. У многих курсантов сегодня важный день. Они впервые отправятся в открытое море. Кристина Захарова учится на радиста. Больше всего в этом рейсе девушка боится морской качки. Это, во-первых, качка, а это очень сложно. Тут множество людей будет с этим проблемы. Большое волнение, ты не знаешь, чего ожидать, что тебя вообще ждет в этом рейсе. Это последний в этом году учебный рейс барка «Крузенштерн». На борту парусника 120 курсантов. Нести вахту и учиться применять свои знания на практике они будут под руководством опытных наставников. Постоянный экипаж – это 60 человек, являются руководителями практики на рабочих местах. Можно сказать, что это, как знаете, как папа и мама здесь на борту находятся, потому что для меня, да, официальное название – это курсанты, но для меня это дети, безусловно, в первую очередь, и отношение идет именно как детям. Несмотря на почти родительскую заботу, расслабляться курсантам никто не позволит. Им предстоит научиться важным в море вещам – субординации и дисциплине. Именно практика на настоящем судне позволяет подготовить специалистов для рыбопромыслового флота. Сейчас больше всего нужны капитаны, судомеханики и мастера рефрижераторных цехов. Мы хотим, чтобы росли, подрастали молодые специалисты, потому что и действительно капитаны судов достаточно уже в возрасте опытные, как говорится, морские. Волки, но мы надеемся, что будет приходить молодежь, которая действительно полюбит море, полюбит рыбную отрасль, полюбит эту романтику. В учебном рейсе курсанты получат не только опыт, но и первую рабочую специальность. Они станут матросами и мотористами. Экзамены ребята будут сдавать прямо на борту парусника. Учебный рейс продлится ровно месяц. Курсанты отправятся в Германию. В порту Росток они останутся на 4 дня, после чего вернутся домой уже 20 августа. София Беренева, Юрий Твердюк. Вести, Калининград.